Итак, привет, друзья! И наконец-то пришла посылка. Я уже говорила во влоге. В общем-то, мы сейчас с вами ее вместе распакуем. Кстати говоря, она должна была быть тоже из Соединенного Королевства, но почему-то я здесь вижу печать Китая. И это меня настораживает. Все-таки я надеялась, что я заказываю не китайскую вещь. Посмотрим. Давайте же ее быстрее вскроем. Что-то застряло тут. Похожа ли она на то, что было маечка китайская? Есть ли что-то здесь идентичное? То есть маечка была не китайская. Похожа ли она на ту? И она у меня без коробки, потому что я заказывала без коробки. Без коробки дешевле, чуть ли не в два раза. Вот так это выглядит, размер. И давайте же пошуршим. О, кстати, тут гораздо круче. Тут я вижу действительно, что это больше похоже на оригинал на самом деле. Здесь есть такая висюлька, и прямо на изделии напечатано название, чего, кстати, на маечке нету. Может ее вернуть. Вот, и здесь еще какие-то печати. Так, и выглядят они вот так вот. Ну, не знаю насчет размера, но то, что красиво выглядят, это да. И здесь качество немножко получше, чем в майке. Вот. Немножко получше. Здесь нет никакого пояса, но, кстати, тянется очень хорошо и при этом не трещит по швам. Так, а здесь что-нибудь написано или нет? hotshaper.com. У них есть Facebook, Twitter, YouTube и еще какой-то. Дизайн в США, а сделано в Китае. Так, ну и в принципе тоже Neotex называется фабрика. Ну, в общем-то, по качеству они, конечно, отличаются, Алиса, уйди, отличаются от майки. Запах такой же абсолютно. Тянутся довольно-таки хорошо. То есть прям облегать будут конкретно. Но меня как бы настораживают вот эти вот краешки. Да, то есть низ этих шортиков, он обработан просто обметочной строчкой, которая заканчивается вот таким вот краем. То есть и он распускается, если за него тянуть. Вот это, конечно, минус. Но что я придираюсь, заказываю с другой стороны, еще придираюсь. Вот. Ну и, собственно, пояс тут. Единственное, только не пойму, это зад или вперед. Здесь сделан такой поворот, как бы вот этой вот кантика обточного. И он будет натирать или толсто, короче, лежит. А так, в принципе, вот такой вот. Сейчас я померяю и вернусь к вам, скажу свои впечатления вообще по размеру, подходит или нет, потому что маечка немножко не моего размера, но я уже придумала, как ее отремонтирую. Я сначала думала, что, ну, то есть у меня не совсем она под грудью ровно ложилась, и я подумала, что можно, в принципе, вырезать здесь небольшое расстояние, ну, где-то около 2 сантиметров. Но проблема в том была, что ткань тянется, она стрейчевая, а у меня нету на швейной машинке такой функции стрейчевой строчки. В общем, я бы это дело не перешила. Поэтому я решила просто тупо разрезать. Знаете, работа в театре учит обходить углы, и иногда по прямой.
и делать такие вещи, которые никогда бы себе раньше не позволила сделать. В общем, я решила тупо разрезать плечевой шов и сделать туда вставку, потому что сам плечевой шов, он не тянется ни вдоль, ни поперек, и это никак не повлияет на шов, просто там будет такая вставочка на плечо в размере 3 сантиметров. И это должно меня спасти. Вот, так что сейчас померю и вернусь к вам. Итак, друзья, что еще обнаружила? На внутренней стороне есть такой же символ типа температурного режима. Что хочу сказать? Неопрен, конечно, ткань еще та. То есть это... Здесь я вообще ожидания совершенно не те. Знаете, даже прикольно будет вставить картинку, какое у меня было ожидание и какая на деле реальность. А реальность такая, что я вообще их не смогла ни на что натянуть, даже на нос. Я думала, как бы, что, как на картинке, собственно, что вот эта часть пояса, да, она будет именно до талии. Ну, я не знаю, вот просто, если вы себе визуально меня представляете, я довольно пухленький человек. Вот размер шортиков я заказывала самый большой. То есть здесь обхват бедер на, по-моему, 109 или 108. Алиса тут дерет. А здесь же, вот, ну, глубина бедер не знаю, а вот эта вот часть, вот эта вот, сидушка, как бы, она рассчитана, ну, максимум на 42-й, ну, может быть, 44-й размер. И, в общем-то, я смогла их натянуть где-то до середины попы. Ну, дальше просто нечего натягивать. Вот, так что я очень в этих шортиках разочарована. Даже не знаю, что с ними делать теперь. Может быть, переделать маечку? Хотя, блин, проще просто этот комплект продать, по всей видимости. В общем, да, но если с маечкой еще можно хоть что-то сделать, то с шортиками, увы, это явно 42-й, 44-й, а никак, извините, не 52-й, 54-й, как было заявлено. В общем, я просто не знаю. Ну, тут я разочарована и не знаю теперь, что делать. Я потратила... Немного, конечно, но все-таки потратила на них деньги. Напишу продавцу, посмотрим, что из этого выйдет. Увидимся в других видео. Пока-пока. Алиса!